игр много не бывает, уверены создатели проекта «Игры нашего двора». Чтобы максимально разнообразить досуг детей и устроить им незабываемый праздник, придумывают всевозможные конкурсы, творческие активности и спортивные состязания. Жители микрорайона Трехгорка оценили их старания. Замечательный праздник, спасибо большое организаторам. У нас прям весь двор вышел, все играют, радуются, дети получают конфеты за конкурсы. Изюминка игр нашего двора – семейное участие. Мамы и папы сами обращаются к кураторам, чтобы праздник пришел к ним во двор, именно к их детям. Сильнее, сильнее! Родители сами мотивированы, они все хотят, чтобы их дети стали немножечко лучше. Игры на свежем воздухе улучшают иммунитет, делают детей наших более физически развитыми, поэтому это родительское движение, которое поддерживает самими родителями. Депутат Мособлдумы Дмитрий Голубков уже не первый раз на играх нашего двора. Заметил, что праздники очень востребованы. Игры на свежем воздухе помогают оторвать детей от виртуального мира, показывая, что реальность может быть не менее увлекательной. Вместе занимаются спортом, принимают участие в конкурсах и проводят время на свежем воздухе в спортивных играх. И самое главное, что родители вместе с детьми. Мне кажется, это очень такой знаковая часть такого праздника. Праздник прошел на ура. В завершении гости пили чай со сладостями, а самым активным семьям подарили наборы пончиков. Эмилия Ракелян, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».